Программу комплексного развития АПК обсуждают мажилисмены на встречах с аграриями Кустанайской области. Депутаты парламента отправились в регионы, чтобы посмотреть на итоги своей законотворческой работы. В прошлом году по плану нации были приняты 52 законопроекта. Сейчас, говорят мажилисмены, очень важно проверить их на прочность, что необходимо скорректировать и адаптировать. Именно этой работой депутаты займутся по возвращению из поездок. Особое внимание сельчан Кустанайской области вызывает вопрос поддержания конкурентоспособности отрасли. Поддержка в агропромышленном комплексе на сегодняшний день мы считаем существенная. Так, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы и эта поддержка, субсидирование так, также была продолжена, потому что в любом случае, чтобы конкурировать с ближайшими нашими соседями, такими даже взять Белоруссию, где намного лучше погодные условия, мы не конкурентоспособны, особенно в животноводстве. Все вопросы агропромышленного комплекса теперь будут рассматриваться в комплексе. Первый плюс того, что эта программа, раньше она была отраслевая, сейчас она государственная. Государственная программа охватывает весь агропромышленный комплекс.